Что-то я не вижу, кто там. А, подписчики наши, привет, ребят. Здорово. Вот таким дебильным голосом нам придется разговаривать в сегодняшнем ролике, потому что мы будем дарить подарки. Причем не детям, а взрослым страждущим людям. Но это каждый год у нас история называется «Ставка на добро». Какой у тебя был самый счастливый день в 2018 году? Ну, самый-самый счастливый. Наверное, вот этот. Вот этот? Необычно. Все, давайте, детишки. Я поскакал. Ты... Куда он прячется, блин? Иди сюда. Ты мне говоришь, что не в контору сейчас я идешь. Я не сходил еще. А что ты там стоишь? Мы фоткаемся тут. Отдал он тебе 1000-то, не? Да ладно, ты че? Ну что, может, полы помоют пока? Ладно, мы с дедом пойдем на театралку подарки раздавать. Супер. Да. С наступающим пожелаю в этом году всем добра, любви, счастья. Вот тебе подарки. А кто мою квартиру заплатит-то? Все, поздравляем тебя. Мы поехали дальше. Бабуль, с Новым годом! С новым счастьем, чтобы вы... И вас также всех с Новым годом, с новым счастьем. И чтоб не было войны. Самое главное, это самое главное. А то я ее перенесла. Я с 12 лет, как кончила 4 класса, так всю жизнь работал. Вот скажи мне, пожалуйста, давно ли тебя поздравлял Дед Мороз? Ой, я сейчас заплачу. Бабуль, ну не плачь, ну что ты? А я почему плачу? Потому что у меня, вы думаете, у меня есть сын, работает в полиции, не курит, не пьет, живет богато, а мать не нужна. Будем искать бедных и помогать им. Бедный, сука, ты можешь выйти из-за угла, пока оператор тебя снимает? Можешь или нет? Ты по какой команде должен был выходить? Есть что пожрать. Да уже похеру, сценарий поменялся. Микрофон порвал тебе. Съездил в Турцию на Rio Transhire. Дорогая операция, сказали, вот тебе подарок, так ходи, и нормально все будет. Пойдет, ребят? Сейчас, усы что-то у меня на носу. Короче, мы что купили? Как всегда. Чай, сок, сыр, зефирки. Зефирки. Мандарины. Конечно, шампанское. Шампанское. Где там колбасы? И корочка красная. Колбасы, красная икра, конфеты. Вот икра, ребят. Конфеты. Короче. Печеньки. Печеньки, колбаски. Вот такое мясо. Мясо. Ох, какое! Я уже знаю, кто хочет жрать за кадром. Сок. Да. Вот по такому пакету будем дарить людям, которые, ну, пипец как нуждаются, когда мы их увидим в этом. Праздничный набор к столу. Как всегда, я думаю, людям будет приятно. Давно к нам не приходил Дед Мороз. Чё тянуть? Поехали искать. А я думаю, Снегурка, мы с тобой не найдем сегодня бедных. Знаешь почему? А потому что, он посмотри, кто нас смотрит вон там. Ребят. Вы же все богатые теперь, вложились в нормальные инвестиционные проекты. Поэтому откуда бедным взяться? Так, ребят, видим первую семью, которая собирает коробки. Вот смотрите, и детишки маленькие помогают. Причем это прям семья. Да. Привет, детишки! Привет! Подождите, подарки будете брать у Деда Мороза? Будете, правда? Все. Оп. Так. Это вам подарок от дедушки. Сейчас, давайте я положу сюда, чтобы вам натащить. Давай, да. Дедушка, давай. Сейчас, дедушка, подожди, оп. Да, это, сынок, а, точнее, Снегурка. Братишка. Это маме. Маме, это маме. Вот, а это вам. Это к новогоднему держи. Столу вам. Так, ну куда-нибудь положи аккуратненько. Там продукты. Смотри, там, фрукты, короче, ребят, там. Всякая вкусняшка. Открывается. Ребят, посмотрите, что там. Всякая вкусняшка, помидорчик, вот это. Яблочки, мандаринчики, конфеты, колбаса,
даже икра есть, понял? Вот, чай, держи. Спасибо большое. Все, кулачка. Все, давайте, с наступающим вас, оп, чтобы следующий кулачка, год оп, выдался более, да, легким. Да. Так, теперь надо дедушке заползти обратно. Да. Вообще, ребята тащат телегу. Я да? Прям... Ну а что поделать? Что поделать? Ребят, как видите, мы здесь не одни Деды Морозы. Спасибо. Тут еще и люди добрые есть. О, видите? Несколько все тысяч рублей дал, кстати. Вот это да, просто человек подъехал. Красота. С Новым годом. Да. Да. Едем дальше. Оп. Ребят. Пока. О! Самое главное, почему мы Деды Морозы, а не Санта-Клаус? Потому что говорят, что в этом году, кто будет принимать подарки от Санта-Клауса, будет сразу же признан иностранным агентом. Наверное, это надо вырезать. Хотя не надо, оставь. Короче, смотри, Серег, сейчас ты подойдешь к музыканту к этому и скажешь, дай, пожалуйста, 5 рублей на проезд мне не хватает до Шопина доехать. Скажи, пипец, вообще просто нет денег. Угу. Не дашь 5 рублей? Если он скажет тебе... Она девушка. Это он. Девушка, да. Нет? Ты же дурачок, блядь, это он. Если он скажет тебе, что типа нету, ты попроси. Скажи, блин, ну мне очень надо, пожалуйста, мне к кому обратиться. Он скажет, нету. Ты уходишь. Если он дает 5 рублей, ты уходишь, переходишь дорогу, садишься к нам в тачку, а мы тогда уже подъезжаем и говорим, вернулась в несколько раз больше, сделай добро, вернется больше, и дарим. Мы проверим таким образом, вот людей, могут ли они помогать тоже. Хотя 5 рублей это вообще ни о чем. То есть ты не 50 не просишь, не 100. Понимаешь, 5 рублей. Чисто проверка на жадность тех людей, вот, которые вот так в центре стоят. Хотя это мужчина или женщина не побирается, играет, зарабатывает деньги. Ну да, мне кажется, он легко может дать. Все, да. Добрый день. Добрый. С наступающим. Заимно. Такая ситуация. Не хватает 5 рублей до Шопина доехать. Жесть какая вообще. Как на это? Кого не спрашиваю, все, ни у кого нету. Вот так. Ну, это зависит от контингента людей, просишь. Ну, конечно. Так что, ага, во, отлично. Все, спасибо. Ага. Что такое 5 рублей? Ну, правильно. Спасибо. Так. Снимаешь. Сейчас все будет. Сынок, все нормально у тебя? Слушай, тут мой эльф проходил. И ты ему помог. 5 рублей дал на проезд. Ну. И мы тебе решили помочь, брату. С Новым годом, к столу тебя набор здесь. Все тут есть. Спасибо. Держи. Много не бухай там. А есть шампанское-то? Шампанское, икра. Подожди, а где икра, оно? Масло. А то мы подставим человека шампанского-то. Нет, я не вижу. Где? Колбаска. Сок. А я не вижу шампанское, где оно? А, все. Спасибо большое. Все, да, давай. Эльфам нашим помогай обязательно. Ты святое дело помогай. Все, давай, мы поехали. С наступающим. А? Сыграть? Сыграть? Да он еще сыграет. Главное, в ящик мне сыграть. Счастье, здоровье. Здоровья, счастья. Что такое 5 рублей, говорит? Да? Вот так, да. Ну, мне понравилось, позитивный, интересный. Сейчас мы будем дальше проверять всех таких. Что надо, мне кажется, было больше просить. Ну какой ты хитрожопый. Простите, 5 рублей не будет у вас? Простите, 5 рублей не будет до Шопина доехать? Простите, 5 рублей не будет у вас до Шопина доехать? Простите, 5 рублей не будет у вас? Жалко. Извините, 5 рублей не будет у вас? До Шопина доехать надо. Ну, блин. Так, Серега, вот это следующие твои, кого-то будешь проверять. Да, 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 да. Понял, Серег? Также побеседуй, короче, слышишь? Ага. Поговори, скажи, ребят, ну прям доехать, реально некому обратиться. Сейчас, до Шопина. В другую сторону встанем, чтобы микрофон ловился. Просто скажи, пожалуйста, я прошу, мне до Шопина. Вот. Доставай телефон, жди звонка. Мы тебе скажем, когда пойдешь. Угу. Выходи, Серега, быстрее. Все. Так, ребята, проверка.
вот этих ребят, дадут ли они такому же, как они, 5 рублей. Если да, то мы им сделаем подгон. Добрый день, с наступающим. С Новым годом. С Новым годом, да. Конечно. Ребят, такая тема. 5 рублей не хватает до Шопина. Блин, вот смотри, у кого ты просишь? Ну как? Блин, понимаешь, мне негде жить. Давай, ну, я оплачу дорогу, блин, елки-палки. Ну, пусть их все жить. Хрена. Че, вообще на улице живешь? Ну, где придется. Хрена. Вот. Да. А из этих 5 рублей я стою, блин, ну, час, полчаса. Когда как? Ага. Не, ну тут прям не, ну такое это... дело. Ну, вот сколько есть. Вот. Блин. Ну, я отдам тебе это. На, держи. Чего себе? Я тебе серьезно говорю. А тут не хватает. Извини, у меня больше нету. А как придется пешком идти, бляха? Извини, ёлка-ёлка, я с ним расставался пешком. С малого? Да. Хрена себе. Хочу. Не, это когда еще ходячий и зрящий был. Ага. Ну, нормально. Ну, тут такое прям нужное дело. Новый год все-таки. Да, я понимаю. Господь услышит. А что здесь до Шопина дойти, ёлка-палка? Не-не-не, ну, прям... Я понимаю. С наступающим вас. И вас, да. И вас. Да, на. Я давала. Ну, вообще, дай Бог здоровья вам. Ладно, будут держи. Еще деньги. Держи. Ну, давай. Ну. Ага. О. Слава Богу. Во слава Богу. Все. Вот, если курить, то сигареты. Я не курю. Такое дело ненужное. Это сигареты все. Обязательно. Это... Бабушка. Ага. Давайте, оп. Ага. Ну что, пойдем им два пакета дарить. Совершенно верно. Дружище, это был эксперимент. Поможете вы ему или нет? Если вы ему помогли, то мы поможем вам. Дружище, это целый пакет здрасте. Тебе. Там девушка, все. С Новым там годом все, вас. Шампанское. Смотрите вам. К новогоднему столу. Ему. Все. Ты стоишь целый подходи день на морозе, сюда. Да? И ты решил последнее отдать ему. А если вот. Человеку надо до Шопина идти? И ты проникся, да, его проблемой? А почему нет? Красавчик. Красавчик. Это прям респект. Вот. Да. Но если бы ты не дал, мы поехали. Да мне, мы такие злые Дед Мороз. Я бы вас не увидел, правильно? Я знаю, конечно. Мы прятались, да. Мы прятались. Вот. Я бы... Нет, даже... Мне просто хочется понять, как ты проникся и решил отдать ему всю эту мелочь, понимаешь? Последний. Ты красавчик. Ты видишь, как все вернулось? Вот так же в жизни будет возвращаться. Я знаю, что это всегда бумерангом вернется. Отец, с наступающим. Кулачка. Кулачка. Оп, все. Там вам, ребята, очень вкусно. Все к столу, набор к столу. Все отлично. Все, с наступающим. Главное здоровья. Здоровья вам, всего хорошего. Делайте все так же, добро будет возвращаться. Для меня нерв Донбасс. Человек... А вы сами оттуда приехали, да? В Донбасс. Остались родственники там, вы один тут? Я не знаю. Я их потерял всех. Потерял все, что было. И вот сейчас заслуженный жарок. Тихо. Ну ничего. Все нормально. Земля. Все, ребята, с наступающим. Все, давайте. Ага. Все, да, ребята. Спасибо. Да. Вам, вам, ребята. Все, счастливо. Вам надо сейчас. Видишь, Серега, просто люди красавчик. Есть добрые. Отдал последний. Простите, 5 рублей не будет у вас? Извините, 5 рублей не будет у вас? До Шопина надо доехать. Простите, 5 рублей не будет у вас? Надо до Шопина доехать. Простите, 5 рублей не будет у вас? Простите, 5 рублей не будет у вас? До Шопина доехать. Простите, 5 рублей не будет. До Шопина срочно доехать. А вот вы спросите дедушку, а нам подарки? А вам подарки, ребята, будут у меня в Инстаграме. Там я проведу конкурс, буду выходить с вами в прямой эфир. Вы будете показывать на коробку пальцем, который у меня будет в офисе. Я открываю коробку, это ваш приз, и буду по почте вам отправлять. Вот. Ну и также все наши Инстаграмы, Снегурки Жибера и моего кореша Варлуша, тоже в описании. Вот. Едем дальше. Следующая позиция. Мы увидели, как кто-то сдает металл, либо коробки, не знаю что.
но три таких бомжеватых парня есть. И Серега сейчас обратится к ним. 5 рублей всего-навсего. Ну, как бы на проезд надо. Если да, то дарим, если нет, то нет. Но они немножечко там такие, поддатые, поэтому не особо хочется таким подарки дарить. Лучше уж обездоленным людям. Но тем не менее, если помогут, а почему бы и нет? Ты нас снимаешь, да? Мы не палимся, ребят. Мы как страусы. Голову. Санта страусы. Нас не видно сразу, да, из-за боли. Да, тихо, надо молчать, да, сейчас кто-то подойдет. Смотри, смотри сюда. Все, может, кто-то снимать их. Ну что, тишина. Тихо, 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 тихо. Про день с наступающим. Очень деньги нужны, очень деньги нужны. 5 рублей. Нет. Помоги. Да ёб, представляешь, придется дарить. Шопина надо ехать. Пешком же не пойдешь. Да? О, ага. Пойдем. Все. Можем микрофон не переодевать, да? Мы идем сейчас сюда. Вот это прям дело хорошее, так что. Отец, а ты знаешь, кто это? Это наш подосланный казачок. Понятно. Ты ему помог, а мы поможем тебе. Здесь есть целый набор к столу. И колбасы, и икра, и даже шампанское. Большое. Понял? С наступающим тебя. Так и вас. А что вы здесь? Сдаете металл, да? Такой. Это все же, нормально. Я же говорю, казачок наш подосланный. Эксперимент такой был. А, понятно. Вот. Понял? Все, с наступающим. Делай добро, вам, делай добро, и добро вернется. Вот. Друзья, с вами привет. Все верно, да? Добрый. Все, братишка, да кулачка можешь отдать. Кулачка. Нет, я нет? По-русски, я не американец. Все. Правильно, вот я вот тоже так. Дед Мороз, не Санта-Клаус. Ага, с наступающим. С наступающим. Доброго. Да. Все. С наступающим, ребят. С наступающим. Вот, вот нету чего жить. Добра нет. Конечно. Приедем, приедем. В следующем году. В следующем году. Здоровье главное. А вы что сдаете, макулатуру? А почем макулатура сейчас? 10 рублей? Килограмм? Или тонна? Понял, понял. Нормально, 10. Да. 10 рублей килограмм? Слушай, это нормально. Можешь заняться макулатурой мне. Нормально. А? Хороший вариант. Килограмм макулатуры меняешь на 10 рублей металла. А что ты на колени-то упал? Ну, прям захотелось мне... Чего? Эмоции сделать ему приятное? Поехали. Сука, не могу. Ну же, Беркадов. Ты понимаешь, что люди, которые, ну, можно сказать, бомжи, отдают последние деньги с копейками, да, Серега? Ну, сам тоже последний отдал, да? Да. А вот сейчас подойди к кому в городе, хрен кто тебе даст. Простите, 5 рублей не будет у вас. Серега, здорово! А, с наступающим! Что, ты замерз? Да, что-то нормально. Холодновато. Селфи сделаем. Ага. О. Все, денег не дают. Все, спасибо, ребят. С наступающим. Давай. Угу. Вот можем даже провести эксперимент. Хоть вот к этим подойти. А вот еще, смотри, идут. Давай прям им сейчас и сделаем, не? Где? О, не, лучше дедушке, да. Не, не надо ему, надо ему сразу подарить. Отец! С наступающим тебя! Новым годом! Братишка! Подарок нужен тебе? Да. Сейчас, подарок! Подарок в студию, быстро! Вот. А где палку-то потерял? Здравствуйте. Кого? Здравствуйте. Смотри, смотрите. Набор к столу. Здесь все есть. А, да, да, мясо, да, да, икра. А, давай, а. Да, там мясо, икра, там внизу все лежит. Дайте нам-то хоть что-нибудь-то. А то все ему. Он такой, а у нас трое детей. А почему все ему? Ему не надо, что ли, давать ничего? Не надо, не надо. А, надо? Шампанское себе, а остальное поделишься. Поделишься, да? Шампанское. Все, возьми. Поделится, с наступающим. Вот к столу он как раз, чтобы все нормально было в новом году. Главное... А сейчас... Да. Вот, она постарела просто чуть-чуть. Самое главное, что позитивных эмоций и
говорится, спасибо. Да, не отчаиваться. Не отчаивайтесь. А где Снегурочка? Вот она, как сказать, да, нет. Собачка, смотри, какая хорошая. Это ваш собачка? Ваша собачка? А там все, мешков больше нет? Тут полный набор. Там апельсины, есть. Фрукты. Себе. Делят, да? Во. Ну-ка, я хочу посмотреть, как поделят. Это сок. Да. А, ну ладно, не курите? Не курим. Не-не-не. Ну все, поехали мы. Ага. Все, да, ребят. Ага. Они делятся даже между собой, да? Не конфликтуют, ничего. Она взяла, да? А, две взяла, прикинь, колбасу нож достала. Ну ладно, не, ну это нормально, молодцы. Слушай, молодец, да, вот дед делится между собой.